сказки сбываются, но только на телеканале Шоп-н-Шоу. Это я про цены. Цены у нас из прошлого года, поэтому смотрите нас с удовольствием и покупайте с удовольствием. Каждый день мы предлагаем для вас самые выгодные цены. Итак, конечно же, Оля, нам надо продолжать готовить. Слушай, посмотри, с одной стороны картошечка, с другой стороны колбаска и овощи. И я готовую сотейники из нашего набора посуды желанной. Слушай, друзья это, мои. Это только я все время есть соевый... хочу, даже после 31 числа. Или, может быть, всех сейчас слюнки побежали, когда ты такую красоту начинал жарить. Слушай, да? Нет, так это телезрители наши тоже готовят, которые уже приобрели этот набор, это который правда. Уже заказали. Обращаю твое внимание, наши телезрители, что данный набор посуды желанные – это лидер продаж 2015 года. Хит продаж сегодня по очень привлекательной цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Максимальная скидка сегодня действует на данное предложение. И я представляю вам сразу два цвета на выбор. Знакомь, какие объемы. Итак, конечно же, самый большой объем кастрюли – это 5,8 литра, 3-4 литра, где можно потушить картошку с голенями. Следующая кастрюля – это 2,5 литра. Так, я попрошу оператора заострить здесь внимание. Кастрюля и ковш 1,9 литра. Здесь можно готовить завтраки, детям, конечно же, питание. И, внимание, друзья мои, вот оно. Вот оно решение, на котором я сейчас только что мы начинали наш час с этой сковороды сотейника. Мраморная крошка. Абсолютно безопасна. Она входит в комплекте. Этот набор для тех, кто хочет вкусно научиться готовить. Это известный Брэд Уэлберг. Он прослужит вам долгие-долгие годы. Олег, приобретай сегодня один раз по уникальной скидке, по уникальной цене. Вы потом будете долгие годы нас вспоминать, телеканал Шоп-н-Шоу. И будут вспоминать и ваши внуки, потому что вы будете передавать по наследству данный набор посуды. Ты знаешь, вот какой тебе цвет больше нравится? Ты знаешь, мне, если честно, мне нравится с золотыми ручками нержавеющая сталь. Слушай, но я знаю просто свою маму. Вот она такая консерватор, она выбрала бы нержавеющая сталь с серебряными ручками. Вот ей больше нравится. Но если ты в тренде, заказывайте золотую вариацию. Но если вам нравится более сдержанный цвет, серебро на ваших экранах. Два цвета на выбор. 12 предметов в наборе. Итак, слушайте, друзья мои, вы представляете, вы готовите у себя завтрак, вы готовите обед, неважно, что вы готовите. Самое интересное, что вы готовите это правильно, потому что только в посуде из нержавеющей стали можно приготовить качественную еду. Вот, обратим... Знаешь, какую? Так. Нет, я обязательно должен заострить внимание. Любые кисло-сладкие блюда, любые тушеные блюда. Кстати, кисло-сладкие особо хочу заострить внимание. Щи суточные рекомендую нашим телезрителям на первое, второе. А вот скажи, пожалуйста, вот не всегда у меня получается такая крупа. Почему вот у тебя гречечка к гречечке? Значит, вот расскажи, я тебе рассказываю. Первый признак. Надо, знаешь, берешь крупу гречневую, неважно, надо ее хорошо промыть. И если вы будете использовать нашу именно посуду, закладывайте туда и гречку заливайте чуть-чуть подкрытую. Чуть покрыть ее водой. Ага, чуть-чуть на один пальчик, да? На один пальчик. Угу. Сделаешь минимальный, конечно же, температуру, закрываешь крышкой. Кстати, крышки входят в комплект. Угу. Закрываете. И знаешь, почему она хорошо получается? Обратите внимание, что все наши крышки, они оснащены паровыпуском. То есть идет такой эффект томления. Вот вспомните, когда вы берете вашу посуду, вы вот так приоткрываете, она томится. Здесь это не надо делать. Вы закрываете, и пар выходит именно через эту отверстие, что получается у вас более рассыпчатое блюдо. Ну, то есть продуманный такой набор посуды, состоящий из 12 предметов, что очень удивительно, каждому предмету подходит своя крышка. Ты знаешь, вот, Олег, иногда вот заказываешь себе кастрюли или сковородки, а вот без крышек. Потом идешь отдельно и покупаешь отдельно. Здесь ничего отдельно не нужно покупать. Все входит в комплект. Комплект по 4299 рублей. Сегодня, только сегодня цена будет действовать. Слушай, ну это прям как в лучшем ресторане. Слушай, получилось. Ну посмотри, какие колбаски. Ой. Какие колбаски я приготовил к нам на обед. Ой, вот посмотри. Сейчас будем пробовать всей студии. Ой, стой, я должна это показать. Вы посмотрите, люди, посмотрите.
смотрите, что он делает. Это преступление. Почему? Железный половничек. Ну, если что? У тебя, конечно же, обыкновенный металл, ты царапаешь. Да. Но здесь покрыто настоящей мраморной крошкой. Ты можешь безопасно, конечно же, мешать даже металлическим предметам, и с этим ничего не произойдет. Я тебе сейчас расскажу. Ко мне свекровь приехала на новогодние праздники. Она такая вообще к этому очень внимательно относится. Она смотрит на мои сковородочки и говорит: Толь, а почему здесь царапинка? А здесь царапинка. Говорит: Толь, в прошлом году только покупали. А я молчу, это же ее сын, понимаешь? Вилочка все время ковыряет. Вот не скажу же я. Я говорю: я не знаю, сказала я. Слушай, а здесь ничего не случится, правильно? Здесь ничего не случится, ты можешь с легкостью помешивать. Взгляните, друзья мои, еще раз. Эти колбаски с жареной картошкой, с помидорами, с луком мы приготовили в нашей сковороде сотейники. Кроме того, прекрасная голень. Слушай, Оль, ну ты вот, я вижу, рачительная хозяйка, конечно, и ты хочешь нашим телезрителям показать. Они смотрят нас и размышляют. Набор посуды большой. Как его хранить? Логично? Конечно. Ты знаешь, что не у всех большие кухни. Вот у тебя маленькая кухня, я знаю. У меня маленькая. Он всегда жалуется на это. Так вот, посмотрите, дорогие наши, как можно компактно сложить наш набор посуды из 12 предметов. Вот такая матрешка получается. У нас остается еще и ковшик, посмотрите. Также сковорода с антипригарным покрытием. Красивый праздничный набор. Это целый комплект сегодня по цене 4299 рублей. Вот чуть-чуть не хватает до бесплатной доставки. Внимательно смотрите, добирайте свою корзину на 4900 рублей и экономьте. Мы накрываем наши столы, заходите к нам в гости, у нас все очень вкусное. Особенно, когда есть суп, это всегда прекрасно. Щи суточные я рекомендую приготовить именно в нержавеющей стали. Еще раз, любые кисло-сладкие блюда, когда вы готовитесь, если вы готовите в правильной нержавеющей посуде, это будет полностью безопасно, так как металл не окисляется и, конечно, он долговечный. Ты знаешь, что срок службы этой посуды минимум 5 лет, да, а при деликатном использовании до 10 лет. Ты представляешь, как экономно экономить с телеканалом Шоп-н-Шоу. Я вообще считаю, Новый год совсем новым, пора выбрасывать уже старую кастрюлю. Ну, посмотрите на свою старую кастрюльку, быть может, там донышко уже... негодная, может, она уже черная. Пора уже обновить посуду, пока действует наша максимальная скидка 4299 рублей. Совершенно верно, Оля. Но я знаю, что хочу о безопасности так. Посуды. Вот, друзья мои, сейчас, если не поленитесь, сходите на кухню и покажите мне, вот покажите мне, пожалуйста, в экран, какая у вас посуда. Вот это? Это вы не показываете вашу посуду. Вот такая должна быть. Потому что у вас она царапанная, обгорела и уже внутри пригорает. Это небезопасно. Ее тяжело отмыть. Эта посуда, посмотрите, из настоящей нержавеющей стали. Никогда, конечно же, здесь не испортит этот металл. Все, что вы будете готовить, у вас будет идеально приготовиться. Смотрите. Посмотрите. И с крышкой вместе. Крышка плюс многослойное капсульное дно. Это говорит о том, что равномерно разогревается ваше блюдо. Можно создать эффект томления при помощи только многослойного капсульного дна. Вот оно. Посмотрите, какая толщина дна. Плюс золотые ручки, но это мой выбор. Ну и, конечно же, серебряный, это выбор моей мамы. Итак, два цвета на выбор. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что входит в комплект нашего самого желанного набора посуды по специальной, самой выгодной цене. Итак, давайте я с удовольствием расскажу. Вы думаете, вы получаете одну кастрюлю или две, как предлагают вам премиум-класса? Нет. Мы предусмотрели абсолютно все. 12 предметов.